Привет, я Маша. И сегодня мы будем распаковывать. Я уже заикаюсь от радости. Мы сегодня будем распаковывать третью серию. Лол, смотрите. Это хорошая новость, во-первых. Но, во-вторых, плохая. Потому что я нечаянно выключила телефон. Планшет, то есть, я что, планшет сниму. Вот. В зеркале видно. И я выключила планшет, и у меня оно все стерлось. Представляете, как жалко? Чуть, блин, не взорвало. Две пулька вылетели. Ладно. Вот такие вот были у меня замочки. Сейчас все покажу, потому что это не могу жить без показывания этих змеечек. Блин, ничего-то не могу по этому показать. Вот, это, короче, просто. Ладно. Буду все заново показывать. Типа, как будто я этого не видела. Ну что, мы сегодня будем распаковывать третью серию LOL. Смотрите, первую мы распаковали. Распаковали. И что у нас? Какая у нас подсказка? У нас подсказка рука и гантеля. Здесь написано. Так, что у нас? Пампинг игон. Егор. Игор. И урон. Поднимать железо. Ладно, что у нас там дальше? Очень быстро я распаковываю. Как мне это удается, интересно. Уже запахло куклой Лол. Новенькой. Так. У нас где подсказочка? Что-то я не вижу подсказку. Минуточку. I'm sorry, not hider. Короче, I'm sorry. Я куда-то пропала, короче, вот эта вот штучка. Ну, что умеет куколка? Она умеет под вопросиком делать это, из ушей лить. Привет! Привет! Там в зеркале видно. Ладно. Уже видно, кстати, что у нас желтый шарик. Кстати, сюда можно ставить куклу Лол. Да. I'm sorry, not hide it. Ладно, она может стрелять из ушей. Это под вопросиком было. Еще она может плакать, делать пипи. Плюваться. И менять цвет в воде, в холодной. Это маленький. А большие, по-моему, горячие или вообще не меняют. Ладно. Из третьей маленькие в холодной воде меняют цвет, а большие в теплой воде из в третьей серии, потому что в первой и второй они не меняют серии. А в первой серии только в холодной воде меняют большие куклы. Ладно. Второй слой мы распаковали, сейчас третий. Так, что у нас тут? У нас тут татушка как раз под чемпионат мира. Да. Чемпионат мира. Но уже он закончился. В прошлый раз играла Хорватия против Франции. Мы болели за Францию, которая выиграла. Да. И как раз футбол с ромашечками. Так. О, уже вот такой вот шарик. А, кстати, я забыла наклейки. Я второй раз делают это. Просто забыла. Так, делаем вид. Так, смотрите, какой у нас уже шарик. Здесь инструкция, как надо взрывать. Это мы отлаживаем, потому что мы знаем, как взрывать. Отклеиваем эту наклеечку. Туда я опять клею. И что, давайте распаковывать эти люки. Первый люк будет у нас такой вот нежно-розовый. Так, давайте откроем. Здесь ленточка.
Вот такая зелененькая. Открываем. Что у нас? Ай, блин, больно. В пакетике. Но лол я еще не взрывала, кстати. Пока 3-3 нет игры. Сложно доставать эту лол. Так, что у нас здесь? Сейчас я ее распакую. О! Смотрите, какие красивые эти кроссовочки или кеды. Кеды, только с гольфиками. Какие симпатичные. Ставим сюда. Так, закрываем люк. Дальше идем. Видите, да я хорошо закреплю. Да, ничего не закрывается. Так. Идем дальше. У нас дальше такой ярко-розовый люк. У нас здесь... Сейчас я распакую. Так. О, я думала, что у нас платьечко будет. Ну, как платье, если оно будет в кедах и в гольфах. И тем более в футбол. Потому что они заранее знали, что будет чемпионат мира. Вообще чемпионат мира проходит 5 раз... один раз 5 лет. 5 раз. Наоборот. Вот такой вот у нас комбинезончик. Там нарисована буква «Б» с полосочками. Здесь пуговки. Красиво так смотрится с этими штучками. Так, теперь опять мы идем к такому бежевому люку. Ну, к нежно-розовому идем. Так, дальше этот открываем люк. Я уже его открыла, только надо... Ой, второй люк не достал. А чё оно так сложно открывается? Так, ладно. Сейчас маму позову на помощь. Видно? Так, мне мама помогла. О, смотрите, какая сосочка. Красивая. Серьезно. Это не сосочка, это как будто как пакет от молока. Да? Ну, она там с дырочкой, наверное, это типа сосочка, да, пакет молока. Да. Здесь написано missing, такой вот котик. Да, котик. Have you seen me-you on? Вопрос. Я не поняла, что там написано. Так, ладно. Все пакетики откладываем. И настал момент взрывать. Ну что? Так. Я буду взрывать. Сейчас покажу. Как? Я буду взрывать вот так. Вот здесь положу я. Планшет. И сейчас буду взрывать. One. Так, хорошо, мама, смотришь? Да. One, two, three. Супер! Как круто! Смотрите, как жду. Красиво. Розовое такое. Да, круто. Листья. Так. Тут вы еще два. А что там может быть? Два? А ну-ка, посмотрим. Так, кукла Лол. Нет, давайте вот это откроем сейчас. Может, это каска? Может быть, каска. А ну-ка, открой, пожалуйста. Закономеринаций! Точно, каска. Важно. Не кепка, здоровенная. О, посмотрите, кепка. Крутая. А ну-ка, какая Лол? Она в оранжевую становится, превращается.
Сейчас покажу вам, какая лол. Ой. Ой-ой. У нее такая голова большая. Ой. Да, она меняет цвет. У меня да, такой. Да. Так, сейчас я ее одену и вам покажу. Так. Не, я уже вам сразу просто покажу. Так, она... Аромат новой куклы Лол в третьей серии. Вот, посмотрите, оранжевые волосы от моих рук. Вот такая вот кукла Лоли. Сейчас. А как одевать? Что-то неудобно. А, не одевается. Кепочка. Сейчас одену. А зачем? Ну, можно ее и так, чтобы она была в купальнике, так, чтобы она была и в комбинезончике таком. А, подожди, зачем я делаю? Сначала надо аж вот эти вот труселя одеть ей, а потом обувь. А не обувь, потом труселя, потому что потом труселя не оденешь. Так, блин, как одеть? Так, мам. Сейчас. Ты блондин. На всю страну такой один. Так. Блин, как одеть? Ну, давай я тебе помогу. На, давай. Так. Круто. Так. Барабанная дробь. Ну, блин, она такая рыжая. Не очень смотрит. Ну, она побольше, чем те куколки, да? Не в голову. Ну, она спортивная такая, нормальная. Вот, она такая красивенькая. Такая розовая, а можно нежная. Я и так, и так. Ей идет больше вот так. Да, она такая розовенькая, нежная. Натуральный блондин на всю страну и такой один. Натуральный рыжий. Вот, вот такая вот у нас куколка получилась. Такая красивенькая. Сейчас я вам покажу вкладыш. Так, вот ручка такая. Надписью лол. Вкладыш. Иди. Вот что она тут умеет, что делает. Что, как ты взрывать. Так, вот вкладыш. Сейчас я посмотрю, какая она там оригинальная, какая она там редкая, не редкая. Где она, где она, где она, где она? Сейчас. Мне ее надо найти сначала в кепочке. Вот, я нашла ее. Она в спортсменке. Она в спортсменках. У меня три куклы спортсменки. Вот, короче, я вам покажу. Вкладыш. Она популярная в конфетти поп. Она плюется. Так. Да, она плюется и меняет цвет волос. Вот. А что такое шукай ух? Вилли раз. Один. Так, а вот маленький. У моей сестры маленькая только. Сейчас покажу. Ангелочек какой-то, не помню. Где он? Вот. Она модная. Вот, ну ладно, ребятки. Будем прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вам понравилась эта кукла или нет. Но я думаю, что вам она очень понравится. Моя подружка Маша обзавидуется, это стопудово. Ей бабушка подарила аж 4 куклы Лол. Аж 6 кукол Лол. Теперь у нее 8. Ладно, ребятки. Пока.